О борьбе с нелегальной миграцией, экстремизмом и терроризмом сегодня говорили в областной прокуратуре. В работе межведомственного совещания, проходившего под председательством заместителя генерального прокурора страны Сергея Зайцева, приняли участие глава региона Дмитрий Азаров, заместитель полпреда президента России в ПФО Алексей Миронов, а также первые лица силовых и надзорных ведомств, представители религиозных конфессий. В Самарской области сегодня только официально зарегистрировано свыше 233 тысяч мигрантов. За первые 9 месяцев 2017 года выдано более 32 тысяч патентов и разрешений на работу. Как показывает исследование социологов, в губернии все больше граждан положительно оценивают состояние межнациональных отношений. Их укрепление – одно из приоритетных направлений стратегии государственной национальной политики России на период до 2025 года. В регионе проводятся межэтнические праздники, строится уникальный комплекс «Парк дружбы народов». Приезжим оказывается вся необходимая консультативная помощь. Однако негативные факты все еще имеют место. С января по октябрь на территории области иностранные граждане совершили 700 преступлений. Несовершенство миграционной политики способствует проникновению в регион лиц, не ориентированных на законопослушное поведение, с чуждыми для нашего общества взглядами, а зачастую с враждебной идеологией. Все это является поводом для серьезного анализа и накладывает на руководителей правоохранительных и властных структур региона особую ответственность. Тем более, что в области произошли серьезные кадровые изменения, пришли новые руководители в прокуратуру, в МВД, назначены новые исполняющие обязанности губернатора, и мы рассчитываем на обеспечение более высокого уровня правопорядка. Руководитель области Дмитрий Азаров акцентировал внимание правоохранителей на необходимости четкой и слаженной работы по пресечению незаконной миграции. Не менее важной является деятельность по адаптации и интеграции законопослушных иностранцев в общество. Глава государства подчеркнул, что для нашей страны, которая исторически стала общим домом для сотен народов и этносов, межнациональное согласие является безусловным приоритетом и очень важной составляющей образовательной. Зачастую люди боятся того, чего не знают. Вот человек, когда не знает чего-то, это у него фобии рождает. И, конечно, нам крайне важно на территории Самарской области эту работу просветительскую вести, рассказывать о обычаях, традициях представителей тех народов, которые живут рядом в одном городе, в одном поселке. Эта работа, безусловно, будет продолжена.